Сегодня у нас утро. Вот у нас тут наблюдение наружное. Сели завтракать. 8 часов время сейчас. Кошки у нас наелись, отдыхают. Даже не видать, вот Паля развалилась. Да, Паля? Тепло тут тебе, хорошо, да? Сытно. Поля. Пушистик наш. О, какая мохнашка. А если водой облить, будет вообще хующая. Так, и где-то чернушка должна быть. Где она? Куда-то спряталась. Не видать. А, вон он наверху. Вон. Чернушка. А, пантера черная. Вот и начинаешь. Сидит, завтракает. Карасей ест. А у меня селедочка сварена. 30-е? Да. Значит так. Пост начался, у нас разрешается рыбу есть по нашему, по большому уставу до 9 декабря, вторник, четверг, суббота, воскресенье. А по мирским, ну, вот это, по церковным уставам, там назад полиление святые. Разрешается растительное масло, там рыба, понедельник. Ну, вчера я занимаюсь. Меня спрашивают, сегодня можно рыбу есть или нельзя. Я не посмотрел даже в устав-то. Ну, помню, что ели. Я говорю, да. Они сразу раз копируют из нашего материала истинного православия. И там написано, что нет. А я сразу ответил, виноват. Не посмотрел. Рано утром рыбу ел. И все там рассмеялись сразу. Ну и все. А рыба какая? Вот у дяди Володи, у него это, наверное... Селедка. Селедка. А? Да, селедка. Селедка. А у меня карасики, мелкие карасики. Вот их. Вот я сейчас начинаю им расправляться. Кошкам есть что. Что у нас? Мелко натертая морковь. Мелко-мелко для зрения. Лучше нету. Каротин. Дальше, еще тут я вижу картошка, тут лапша, я растительное масло на чашку, 2 ложки полные высыпал. Пареная, это тыква, вот она пареная. Угу. У нас все сухари. Да, вот, кружку наложил, сейчас. Воды туда налил, а вода в термосе с корнем солодки. А я в чашке размечаю. Лук зеленый кто-то дал. Не знаю. Кто-то дал? Татьяна Кузьминична сделала мне лекарство. Видимо, натертый лимон, нарезанный мелко, и мед. Ну, маленький. Ну, не стал сопротивляться. Дальше на третье у нас пойдет варенье. Черноплодка. Кружку, ложку одну положил. Дальше. Свежее мороженое. Калина. Туда же. С сахаром. Ну, я обычно так делаю. На третье. Это на третье когда будет. И достаю у меня мед. Спасики. Алтайский мед. Высший. И вот постолько беру. Вот так вот. Для аппетита. И вот так вот сколько-то раз 10 есть. Но все равно бывает. Вот уже сколько осталось. Поэтому, ну, не так и дорогое. Это, кажется, 3-литровая банка или сколько? 3. А весит 4,5 килограмма. Вот так. 1000 рублей или 1200, но свежий мед. Я рядом деревня, 10 километров от Потерявки, Урывки, Тюменского района. А теперь она, видимо, не Тюменцевская. Тюменцева, то есть... Район этот, районный центр сделали. Нет, да, Тюменцевская, была Шарщинского. Шарщина ликвидировали. И вот спрашивают его адрес, я даю. Летом мы обязательно, если детей много, мы берем себе кружки, ему звоним, предупреждаем ложки и едем туда. Он накормит до сыта, бесплатно. Он часто приезжает, торгует, и мало того, на целое ведро даст сотовый мед.
там Хлебина какая-то, такое коричневого цвета. Очень, очень хорошие люди. Он когда-то был, Потеряевке жил, его мама, Ксения Михайловна, с моей мамой Марией Егоровной, они работали на пасеке. Она была главная, а моя мама помощница. А я туда приезжал, а его звать Геннадий Павлович. Я там, он вспоминает, как я сделал качели там, они стоят, околок, такое место, когда едешь вокруг железной дороги, это там справа, который, как я его раскачивал, качал. А потом он уехал на урывку и был там директором совхоза. И вот что у нас есть здесь, есть. Это вот... Вот, вот вы еще не сказали. Лечи это. Это что там? Лечи это. Это эти, как они называются-то? И варенье перцы, вчера с этим перцы, я вареньем. Перцы с помидорами. Как оно варенье-то какое-то у тебя там это? Далее еще что у нас? Вот рыбья икра. Вот видите. Это Людмила Степановна дала. Вот она где. И какое там варенье вчера еще было какое? Там повидло было. Как? Да? Повидло было. Повидло? Яблочное повидло. А где оно? Вот он. А, вот оно где. Ну, совсем мало осталось. Да. Вот я его доем сегодня. Вот я сейчас по порядку буду говорить. Ну, почти ничего не куплено, все свое. Как важно в деревне быть. Вот сейчас боятся там не сесть нельзя в трамвай, если что-то с собой не сделают. А мы не нуждаемся. Не нуждаемся в этом. Вот представьте, что сегодня уже, завтра уже декабрь будет. Здесь вот она, да, печь там так. Но не, главное, внутри-то она теплая и горячая горит. И туда раз так осунул в духовку-то. И вот она. В Барнауле-то можно спокойно садиться в автобус, никто тебе ничего не говорит. Ну, слава богу. Да. Вот другие города, там что-то, земля ждет хозяев. Вот только за завтрак, сегодня, что у нас здесь есть? Картошка печется, нарезанная. Вот покажи. Так. Люблю я такую картошку. Вот она. Горит тут. Надо ножом, вот ножом попробовать, может, спеклась. Все это готово уже. Вот она очень хорошая. Вот ее вот так вот маленько нарежет, сырую-то, и солью сверху натрет. Вкусно. Это самое лучшее приготовление. Если очищено, уже меньше. А здесь не надо чистить, это кальций. А еще хуже, когда поджаривается, это уже никудышное. Здесь все в ней. Разрезал, положил. Так. Ты куда? Черная, ты напрасно okay. Сюда. Пишет сюда. Видишь, недовольная. Ну, кернут с водой. А это в воду приносим. Купите нынче ветер. Сколько мы? Ветер 5, наверное? Ну, может, больше. Теперь я на него хожу. Я написал. Только через полчаса по правилам. По Москве. По Москве с большой буквы надо. По Москве. 4:00. Там у вас это надо убрать вот эти. Почему? Знак. Вот так вот. Да. Да? Да, да, да. Только через полчаса по правилам по Москве 4:00. Все, отправляю. Я обедаю. Он здесь хороший человек такой. Ну вот кому надо там. Так я ему сейчас. А, не надо, он отошел. Надо докончить завтрак. Видишь, у меня кошечки везде. Через ходят. 15 минут. А не через полчаса. Да? Тянушка. Да. Голубей. Не. Красавица-то наша. Поджаристая такая. Вся блестит. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя, слава тебе, Боже мой.